Катаев. Один вопрос в красный пояс. Один вопрос в синий пояс, это носок. Красночек пока. Стойку. Вайслав! Налетай, дистанция, надо лететь. Ему мать усилить. Даня, проваливай его ногу. Ручек показывай, нога в корпус. Даня, проваливай, еще садись. Без оценки. Стоп, стоп, давай! Конечно, на грудь. Выше, больше, чем на грудь. Ковришка первым работай. Ручек начинай. Лови ногу. Лови. Ручек показывай. Надо. Все. Девочка, хочу синий пояс. Здесь надо ловить. Ты что делаешь? Я помог встать. Иди все время, хочу связку пояса. Секундарка, просто не разговаривай. Ручек, начинай. Горка, начинай вот все. Смотри, Сим. Так. И сам же сами Сим. Надо. Ковришка ближе к нему. Вот. Давай! Крути! Забери руки! Добивай! Капу закусывает, блин. Сколько раз говорить? Хорошо, и ногой еще ноги. Бери. Ковришка, 4 балла. Спину! Стой в спину после свистка. Повернулся. Стоп, один балл бойцов с синим поясом. В этом поединке за 2 минуты 58 секунд. Ковришка, 3 балла. Я был перекустим, пробежал боец с синим поясом. Кировьян Александр, Краснодарский край. Это такой приличный удар. Смена судейской бригады. Руководитель Бенюков, Полетин, Гарбус, боковой судья Третьяков. Не будет это? Не знаю. Скажет. Его исключить не могут? Красный. Или могут? Если спину ногой ему. После свистка. Да. После свистка. После свистка причем. Если он сейчас выйдет, наверное, наверх. Представляю, что по смене боец с красным поясом, Ясул Магомед, чеченская.